После вас, Шепард. Thank you.
Thank you.
«У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан». «Я просто хочу поговорить». «Конечно, Шепард. О чем вы хотите побеседовать?» «Хочу побольше узнать о базаре». «Наша раса первая... Хотя мы стремимся к пониманию других видов, мало кто хочет понять». «Каких, например?» «Но для размножения нам требуется партнер». То есть у вас может быть секс с кем угодно?» «Вот видите, с чего пошли эти слухи. Физический контакт может присутствовать или отсутствовать. Это не главное в союзе. Подлинная связь. И затем мы передаем их черты нашим дочерям». «Что случилось?» «Другие могут быть более...» «Вы знаете...» «Она редко говорила о своем партнере, но я знаю, что...» «Бенезия не называла вам имени своего партнера?» «Внутривидовые союзы теперь редки. Во всяком случае, дочери... Возможно, партнерша Бенезии тяготилась их союзом». «Зачем согласилась на союз, если не хотела иметь детей?» «Не могу вам сказать. Это все мои собственные домыслы. Может, она и хотела быть частью моей жизни, но не смогла, потому что ей что-то помешало». «Бенезия никогда не говорила о своем партнере. Азари часто воспитывают детей в одиночку, особенно если отец относится к недолговечному виду». «Вы знаете...» «Может быть, она решила, что объединившись...» «Есть вероятность, что она хотела власти или чего-то такого?» «Нет. Та Бенезия, которую я знала, нет». «Мне пора». «До свидания, Шепард». Надо с вами поговорить, и это важно. Что-то не так? Помните те данные, что вы забрали из контрольных узлов гетов? Информацию, которую вы дали Альянсу. Мне нужна копия. Вы хотите передать эту информацию на мигрирующий флот? В этих файлах содержится то, что позволит нам понять гетов. Там может быть ключ к нашему возвращению на родину. Если я отдам вам данные, ваше паломничество завершится. Вы вернетесь к своему народу. Не сразу. Я останусь с вами, пока мы не остановим Сарана. Но моему народу нужны эти файлы. Вы думаете использовать эти данные, чтобы уничтожить своих врагов? Не сразу. Сначала их нужно изучить. Это может занять годы, но это позволит нам понять, как геты менялись и эволюционировали за эти сотни лет. Пожалуйста, делайте копию. Мой народ, я в большом долгу перед вами, в неоплатном долгу. Единственное, что я могу предложить, вы уже имеете. Мое торжественное обещание остаться с вами до победы над Сараном и его гетами. Ничего больше мне не нужно. Спасибо, Шепард. Шепард, вам что-то нужно? Мне нужно идти. Увидимся. Чего-то хотели, капитан? Так держать, Адамс. Слушаюсь, капитан.